Всех собравшихся в этом зале девушек объединяет одно – они либо уже стали мамами, либо готовятся ими стать. Благодаря Архангельскому центру поддержки молодой семьи для них была организована интересная программа и приготовлены подарки. Сегодня мы пригласили мамочек и женщин в интересном положении, в ожидании, которые ждут чуда появления малыша на свет. Будут работать площадки, где и мамы, и дети смогут подойти и узнать ответы на интересующие их вопросы. Это будут и мастер-классы, то есть они получат новые навыки. На мероприятии были награждены участницы ежегодного областного конкурса «Мамы Поморья». Стоит отметить, что из 70 конкурсанток 20 – это котлашанки. В подарок им были приготовлены специальные переноски для малышей, а также футболки с символикой конкурса. Я думаю, что для нашего города она очень актуальна и востребована. Тем более, что в последнее время наблюдается снижение рождаемости в нашем городе. И мы хотели в первую очередь направить действительно это мероприятие на то, чтобы показать, какое это прекрасное чувство, когда мама ожидает ребенка, когда появляется ребенок и когда счастлива вся семья. В программе приняли участие и дети, читали стихи и пели песни про маму. После основной части мероприятия был организован круглый стол, за которым молодые мамы могли вместе с сотрудниками городской администрации и Центра поддержки молодой семьи обсудить интересующие их вопросы.